Шалом, дорогие друзья, шалом, хеврим. Мы на канале Рэбе Элияху Косер. Сегодня хочу вас всех поздравить с наступающим Рош ха-Шана. Надеюсь, он принесет нам, наступающий год принесет нам дуже багато радости, дуже багато счастья. И закінчиться війна ця, яка іде вже немалий час, і яка кровопролитна, і забрала багато життів. Але ми віримо, що наступний год, і також дякуючи нашим молитвам, буде зовсім інший. І ця війна скінчиться, і Україна отримає перемогу, і Господь помилує нас всіх з вами і дасть нам чудове життя і процвітання на цій землі, на цій благодатній землі, за яку, бачите, йдуть воїни, йдуть такі кровопролитні сраження. Друзі, ми віримо в це, ми чекаємо цей час. Ну, а сьогодні ми з вами поговоримо і про цей чудовий праздник Рош ха-Шана. Він одночасно і чудовий, одночасно і страшний, тому що все живе, замирає в такому трепеті, знаєте, і в очікуванні того моменту, коли Господь винесе свій приговор, свій вирок для всього живого. Цей день вважається, ну, день народження всього світу. Але це трохи не так, і ми про це сьогодні поговоримо, обсудимо ці питання. Ну, а перед тим, як ми почнемо це робити, хотів би всіх подякувати всім людям, які з нами на каналі, які допомагають цьому каналу розвиватися, допомагають йому своїми лайками, своїми репостами, своїми коментарями, а також своїми підписками ставлять, якщо хто не знає, як це зробити, підписатися на канал, то це красна кнопочка в правому углу вашого екрану, ви нажимаєте і ви підписані. І це велика для нас радість, бо це допомагає каналу розвиватися, підніматися в рейтингах, і все більше і більше людей можуть прикасатися до світу Тори. Сьогодні дуже багато різноманітної інформації, знаєте, ідеї з різних істочників, і людям дуже тяжко розібратися в цьому всьому. Але ж ми на цьому каналі стараємося говорити правду і тільки правду, і не обманювати людей, і робити це, ну, качественно, якісно, для того, щоб всі могли насолоджуватись Словом Божим, приймати його таким, як воно є. Стараємося також його не іскажати, не переіначувати якось під себе, бо це великий гріх і це велика неправда. І з цього всього переіначування, да, все і почалося, ну, всі проблеми чоловічества, скажімо так. Друзі, також у нас на каналі є така графа, як здака, допомога, або милість, можна по справедливість, можна по-разному переводити. Але це про те, що про те, що є люди, які зараз потребують допомоги нашої, є люди, які знаходяться в скрутному становищі, і вони потребують нашої допомоги. Нашої допомоги, бо ну, зараз дуже важкі часи, і важкі часи для всіх. А ще якщо ти болієш, якщо у тебе є якісь захворювання, це вдвічі важкі часи. І зараз ми самі проходимо таке, зараз треба лікувати Оксану, жінку, вона хворіє важким захворюванням. Кому цікаво, можете написати, я розкажу. І теж ми зіткнулися з цією проблемою і зараз питаємося її вирішити. Нагадаю, що ми знаходимося не вдома, а ми знаходимося в статусі біженців. От. Ми не виїхали за кордон, хоча б і я, і Оксана, ми могли це зробити, але ми вирішили бути тут і допомагати, бути своїм народом, допомагати йому в цей скрутний час. Так що остаємось тут, не зважаючи на всі ті, ну, нелегкі моменти, які приходиться проходити при цьому. Друзі, так, вроді все сказав,
підготовча частина закінчилась, і ми з вами зараз зможемо побалакати про Рош Ашана. У мене в руках шафар, якщо бачите, і ми сьогодні послухаємо голос шафара. Ви всі розумієте і знаєте, що у шафара нема звука, у шафара є голос. І це чудово. Я так думаю, що це тільки єдиний інструмент у світі, який має голос. Ніхто не скаже, що звучить шафар, але може, або може сказати, не знаючи цього, бо не розуміючи, бо шафар ми, це являється, як, знаєте, голос нашої душі, це як крик нашої душі. І це той крик, той вопль, вопль мой дійшов до тебе, помните, говорить цар Давид в своєму, із тісноти своєї я визвав Господу, і голос мой дійшов до тебе. Оцей вопль такий із тісноти, коли ми взиваємо до Господа, і цей вопль озвучує шафар, і шафар це такі ідентичні розуміння. І тут ми сьогодні, дасть Бог, попросимо Оксану, і вона нам зашафарить, бо Рош Ашана – це також і Йом Труа, праздник, день труб, трубний день, і під, сказано, що під звуки труб, або під звуки, під голос шафара, можна так сказати, прийде Машиах. І ми всі ожидаємо приходу Машиаха, ми всі, знаєте, з таким трепетом заміраємо, і ці праздники, вони про це, про приход Машиаха. І ми кожен рік ми заміраємо в трепеті, ожидаючи його приходу. Но якби нам розуміти, чого приход його відтерміновується, то тільки із-за того, що ми не готові його зустріти. Не із-за того, що він не хоче прийти, а із-за того, що ми не готові його зустріти. Нема у нас єдності, нема у нас такої, знаєте, того моменту, якого жде від нас Господь. А перш за все це єдинство. Єдинство, тому що якщо ми хочемо бути з Богом єдині, то нам треба навчитися бути у спільноті, мати це єдинство. Єдинство не на словах. Бо, знаєте, багато можна казати про єдинство, можна казати, що ми от єдині, ну знаєте, всі такі лозунги, люди люблять там руки піднімати до неба і кричати, от ми єдині, ми один народ. Ну, слов дуже багато таких, як говориться, і кожен день, і можна їх чути звідусіль, але слова, як сказав один із філософів, це не більше, ніж тишина. Слово це ну, якщо воно не підкріплено ділами, воно тишина. І це, ну, ми з вами самі можемо це бачити і бачити у всьому. Як з кожним роком люди замість того, щоб ставатися, згуртовуватися, ставатися ближчими, знаєте, вони стають все більш розобщеннішими, більше відділяються, кожен закривається в своєму маєтку, в своєму домі і старається мінімізувати різні, знаєте, щоб різні такі, і щоб ніхто не безпокоїв, як кажуть, ну, щоб менше там хто напрягав і все таке. Благосостояння людей, воно більше становиться, а єдинство становиться менше і менше. Знаєте, вчора подивився один інтересний такий фільм, ну, документальний. То було батальйон Монако, це ще зробили батальйон, Венський батальйон. Це про одне і те ж. Теж українські багачі, які довго, ну, пили отсюда кров, всю випивали, вони зараз, хто в Монако, хто в Вені поселювався. Причому там різні люди, і судді Верховного Суда Конституційного, председательствуючий, і Суркіс, і Фіртеш, і хто тільки хочеш, і вони там всі тусять. Це люди, які, ну, все, за все существування України
вони вигрібали отсюди все лучше, знімали слівки, да і не слівками, не брезгували. Забирали все краще у народу, а зараз вони на це краще живуть собі, коли ми у тяжких часах, коли ми в тяжкій годині знаходимося. Вони зараз, у них там все хорошо, бо в Монако сонце світить і гріє, і там не летять ракети, там нема тривог, ніхто не побезпокоїть їх рідненьких, ніхто не потривожує їх сон. І вони там собі буквально дуже гарно себе чувствують на яхтах, на кораблях. І да, Бог би з ними. Знаєте, я би такого ні, хай би забирають ті гроші, що вони накрали. І якби вони тільки не верталися сюди, на цю землю. Бо несуть вони з собою, нічого доброго не несуть, крім прокляття і крім такого, знаєте, всього, що зв'язано з цим прокляттям. Отака моя мечта. І от такі люди, і знаєте, ж багато дивляться на них людей, і вони для них, і знаєте, як завзірець являються ці люди. І такі люди, вони ж і несуть це розділення, ділячи цей світ на своїх і наших. Маленька каста і велика каста стремящихся достигнуть того, що вони достигнули в своєму житті. Але дякувати Богу, що на нашій землі ще залишились люди, які йдуть зовсім іншим шляхом, і зовсім в іншу сторону. І як для мене ці люди, для мене взірець, ці люди, які йдуть, ну, живуть раді своєї батьківщини, раді боронячи свою землю, і живуть раді когось, бо це вища точка нашого життя і вищий смисл, більше другого смислу навчитися жити не для себе, а для других. Неможливо і практично неможливо помнити слова Йошуа. Він каже, дуже трудно багатому достичь царства Божого, а практично невозможно, тому що те порівняння, яке він тоді привів, помните, він каже, легше верблюду залізти в угольне ухо, а це такі ворота в Ізраїлі, угольне ухо, це не... Ну, не іголку, я думаю, що він мав на увазі, бо іголка і верблюд – це трохи різні речі. О, я думаю, що він мав на увазі, це ігольне ухо, ці ворота такі були, коли всі ворота, ви знаєте, що в Єрусалімі було 12 ворот, і коли вони всі закривались на ніч, був один вход такий маленький, що туди навіть людина могла тільки, хорошо пригнувшись, залізти. І цей вход називався ігольне ухо. Так от верблюду туди практично неможливо було пролізти. Ну, я не знаю, може якось можна було б його затягнути при дуже великому бажанні. Ну, я думаю, що практично це неможливо було зробити. І от це порівняння, легше було верблюду. Тобто верблюду легше було б залізти, чим багатому йти в Царство Боже. Бо багатий живе раді себе, і все, воно того і багатий, що копійку к копійці, знаєте, як навчилися ще в дитинстві копійку до копійки прикладувати і берегти, і чахнути, і з цього вони і багатіють. Ну, я ж говорю, що слава Богу, що є люди другого формату і другого порядку, які живуть і навчилися жити раді других людей, і в цьому являються взірцем і для нас. Бо наша ціль – достигнути цієї вищої точки жертвенності. І я говорив, що Машіах не може прийти, поки, знаєте, поки ми не достигнемо цього состояння. Ну як його достигати і що мішає нам це зробити? Я сьогодні не буду розказувати про традиції праздника. Цього ви можете послухати і на других сайтах, і дуже багато всього написано про традиції цього праздника Рош Хашана. Я сьогодні хочу побалакати про оці пророчі дійствування цього праздника, про цей глибинний його смисл. І хочу показати, чого Машех медлить, да, зі своїм приходом. Чого так? Чого він не приходить, чого він не йде, бо всі ж його ждуть, і не тільки євреї, всі народи ждуть, бо це буде золоте тисячоліття для всіх народів,
для всіх, хто буде тоді жити, буде золоте тисячоліття. І перше, з чого ми почнемо, цей праздник, він розбитий, хоча це вважається одні дні, да? І ну, Рош Ашана, Йом-Кіпур і Сукот – це, в принципі, як один праздник, він як замкнутий такий, але це три різних, виходить, і три різних, в той же час, три різних праздника Господніх. І вони, кожен із них має своє значення, несе свою смислову нагрузку, таку, знаєте, і важливе розуміння. Я роздумував, і ви ж знаєте, що на протяжені 2000 років так дуже, я вибачаюсь, може я цю часть хочу з вами поговорити на російській, бо вона важлива і мені легше доносити думку, коли я балакаю на російською. Вибачте мене всі, хто любить Україну, я її сам не менше люблю, але ж, ну, ще в цьому плані в мене не перестроїлись мозги, я їх перестраюю і вся, по-всякому стараюсь це робити, але ну, поки те, що є, то є. Так от, чому боролись так іменно з днями на протяжені 2000 років, чому так боролись іменно з днями Господніми? А дні Господні, я їх перечислюю, це Шабат, це Песах, це ну, Сукот, і Йом-Кіпур, і куди туди входять, і Рош Ашана, і це Шавуот. Нічого я не забув, Песах, Шавуот, Йом-Кіпур. Це паломнічні праздники, їх називали праздники Три Ноги. І от на протяжені Ізраїлі і праздники, які постановлення вічні. От що саме інтересне. Везде сказано, это постановление вечное. Как можно, говорят, пришел Иисус, ну это греческий, и отменил все, что можно было отменить. Как это отменить? Неужели постановление вечное возможно отменить? Ну, понимаете? Значит, а кто пришел? Если по-ихнему кто-то пришел и отменил, кто это был? Давайте обратимся к книге Даниила и посмотрим интересные такие вещи. Давайте начнем, наверное, 7 глава. И здесь... Так. Седьмая глава с 21 стиха. «И я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Мы понимаем, что еще это время не наступило. «Об этом он сказал, зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее». А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, и даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руки его до времени и времен и полувремени. Друзья, удивительные слова, да? Удивительные слова. То есть тот, кто действует против Бога, что он делает? Он делает, ну, он же не говорит, Бога нету. Он не говорит, да, не выдумывайте, давайте будем атеистами, давайте ни в кого не будем верить, потому что это все, ну, никакого Бога нет, это все пустота. Ничего подобного не происходит. Он действует как бы, ну, это религия, которая поставила себя выше всех других религий, она так не действовала. А что она сделала? Он возмечтал, и практически у него это получилось, он возмечтал отменить у них праздничные времена и закон. Праздничные времена и закон. Вот против чего воюет тот, кто противник Бога.
Вот что, в чем его задача была. И вот чего он добивался на протяжении 2000 лет. Отменяли все праздничные, никаких праздников нету. Больше того, чтобы эти праздники стерлись полностью, да, праздники Дни Господни, были придуманы Рождество, ну, веселая штука Рождество, елочка, гирляндочки, все, детки поют, рождественские песенки, там калачи какие-то носят, все отлично, все так. Вместо Песоха была придумана Пасха, Пасха наша Христос, это ихняя Пасха Христос, это тот, кто отменил праздничные времена, и тот, кто, они же говорят, конец закона Христос и закон. Тот, кто отменил закон, я говорю сейчас о греческом вот этом идоле, который сейчас продолжает царствовать в мире, потому что эта религия, греческая религия, она является доминирующей во всем мире. И количество этих людей очень большое, она просто разлилась по всему миру и продолжает разливаться. Но это будет до того времени, пока здесь написано в книге Даниила, пока доколе не пришел ветхий днями и суд дан был святым Всевышнего. То есть, понимаете, да? И вот эта доминация и... Что происходило? Отменялось. Вместо Песоха Пасха, Пасха наш Христос, калачи, яйца и вот эти булочки, которые похожи на мужской детородящий органы, яички вокруг него, да? То есть дни опресноков, дни чистоты, когда весь народ Божий очищается, и когда квасное из дома убрано, и когда квасное, любая закваска, мы пытаемся убирать ее из своей жизни, из своего сердца. В это время вот эта религия, та, которая говорит, я Богу служу, она берет и что делает? Она калачи раздает, и яйца, и все остальное. И так дальше. Вместо Суккоты они придумали дни благодарения, какие-то там праздники, урожаи и все остальное. В общем, не просто отменили, они попытались их заретушировать или сделать такую подменку, подделку. Но все так, но это не, ну, и вроде бы как бы у них получилось. Очень много людей начали есть эту пищу. Очень много людей, у которых было желание к Богу, в их сердце было тяготение к Богу, они искали Бога, попали под их обман, под их вот это, я скажу, оккультизм, потому что это колдовство. Потому что такую массу людей без колдовства удерживать невозможно. Попали под их колдовство, поверив в их лжи. Вы же знаете исторические моменты, что Тора была под большим запретом. И если какой-то еврей, то есть забирали, сжигали, если какой-то еврей посмел у себя в дома или, ну, так как я, учить и говорить то, что я сейчас говорю, его бы сразу убили, его бы сразу повесили, его бы сразу порезали на мелкие кусочки и разослали во все стороны света, чтобы все знали, что будет с такими людьми. То есть люди правда не могли знать. Вместо этого им подавали продукт нечистоты, продукт подлости, продукт чьих-то вот этих алчностей, потому что мы знаем, как все это происходило. Кто не знает, почитайте историю, кто не может почитать, посмотрите исторические фильмы. И вы думаете, что-то изменилось в наше время? Ничего не изменилось, ни вообще даже ни на копеечку. То же самое происходит. И так мы выяснили, кто отменяет праздничные дни, зачем они это делают. Да и я, ну, прежде всего, конечно же, это для того, чтобы люди шли против Бога. Будучи противником Бога, ответьте мне на простой вопрос. Можете это написать в комментариях. Ваше мнение мне всегда интересно. Будучи противником Бога, мы можем достигать единства, не будучи едины с Богом? Конечно же, нет. Но я как для себя понимаю, если ты говоришь, что если мы не можем служить Богу, то без служения Богу, если мы не можем прилюбляться и с Бога черпать источники жизни, Божьей любовью наполняться,
то как мы можем любить его творение? Даже простой вопрос, если ты не любишь жену, ты не сможешь любить ее детей. И ровно и наоборот. Это процессы, они они зациклены. Поэтому невозможно. И, естественно, первое, что добивались эти люди, и что у них получилось, прошу прощения, поправил, и что у них получилось, и получалось, и до сих пор, как ни странно, на то, что, ну, несмотря на то, что мы живем просвещенный век, друзья, с вами, несмотря на то, что сколько людей уже начали говорить в эту тему, все равно продолжается тьма, продолжает держать умы и разумы людей. Тьма, которая просто зашла во всей ихней, продолжает их держать. Даже очень близкие к еврейству конфессии, да, которые, ну, я даже не скажу к еврейству, к Торе, которые говорят, что мы же субботу почитаем. И некоторые из них даже там начали праздники праздновать. Но они с успехом нарушают первую заповедь «Бог один есть», «Шма Израиль», «Бог один есть». С успехом продолжают нарушать эту заповедь, а эта заповедь, сам Машиах назвал ее наиглавнейшей в законе. Так вот, что делать. Вот это их первая была задача. Вторая, если человек не служит Богу, естественно, он будет служить своему эгоцентризму или служить силам тьмы и от них получать и вдохновление, и от них получать и указания, как действовать дальше. И вот, пожалуйста, картина маслом. Весь мир на протяжении 2000 лет постоянно пребывает в войнах, в болезнях. Постоянно его кошмарят какие-то сотрясения, потрясения. И сейчас мир достиг своего апогея в этом всем. Потому что начинается, ну, все видят и все понимают это. Все люди, которые мало-мальски понимают, что происходит, они понимают, что война, которая началась в Украине... Дай Бог, чтобы я ошибался, но, знаете, редко ошибаюсь, она просто так не остановится. Это как воронка, которая вот так закружившись, начавшись с каких-то локальных небольших конфликтов, она все, вы же посмотрите, с 2014 года это все началось, и как оно по спирали идет и затягивает все больше, 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 больше туда людей втягивает, и сегодня мы видим... как безумный руководитель России или России, то как не хочется даже это слово произносить. Что он делает? Он погубил уже больше 100 тысяч человек, говорит статистика. 55 тысяч убитыми и ранеными и пропавшими без вести, до 100 тысяч и больше. Людей он призывает, новых людей, чтобы бросить в эту воронку. Естественно, это противостояние ничем хорошим не закончится. Не видно, чтобы он мог остановиться. Не видно никаких, если Бог не остановит, конечно. И друзья, почему это все происходит? Это ли, и это же все происходит. Ну, и одна страна говорит, что мы служим Богу. Другая страна тоже говорит, что мы служим Богу. И этот конфликт. Как можно, если вы любите Бога, если и мы любим Бога? Откуда этот конфликт? Откуда он мог взяться? За Украину ничего не говорю, мы защищаем свою землю. Но те же под производительством там всех этих попов благословляют оружие, крестят его крестами всеразличными. Это религия, которая несет свет и должна была принести свет миру. Вот этот какой свет, то есть маски сброшены, маски сорваны, и уже играет, то есть это апогей, то, что мы видим сегодня с вами, апогей, то есть мы уже дальше развиваться этот обман не может, он практически уже себя исчерпывает, но сколько горя наделал он, и сколько еще он наделает, потому что, понятно, что конец его близок, но каждый день умирают люди, каждый день гибнут тысячи людей, каждый день льется кровь, каждый день горе, плач, страдания, крики. И как это можно остановить?
Как это все можно остановить? Единственным способом. И если мы хотим дать шанс этому миру, если мы хотим дать шанс нашим детям, если мы хотим дать шанс, ну, нашим внукам, единственным способом — это отвернуться от обмана. Потому что если продолжать беззаконие, и говорят, мы каемся, мы молимся. Сейчас смотрю на христианский мир. Конференции, одна за одним, собрания, ретриты. Все молятся, все... Подождите, кому вы молитесь? Ну, кому вы молитесь, если вы продолжаете нести беззаконие? Если вы продолжаете стоять в позиции противников Бога? Того, кому, если вы служите тому, кто... И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже мечтает отменить у них праздничные времена и закон. Вы же служите тому, кто возмечтал и отменил праздничные времена и закон. Это как бы ему казалось, как бы ему хотелось. Но на самом деле на протяжении 2000 лет оставался остаток, который служил Богу, который нес и который являлся вот этим залогом существования мира. Понимаете? Из столетия в столетие переходили эти люди. И они, слава Богу, есть и в наше время, и они умножаются, и они множатся, эти люди. Несмотря на то, что религия, которая противится этому, которая говорит, что она служит Богу, но противится Богу, делает, прилагает все усилия для того, чтобы этих людей очернить, для того, чтобы этих людей облить помоями, для того, чтобы этих людей просто уничтожить и стереть их с лица земли, чтобы их не существовало. Они, как если они раньше на кострах, то сейчас они имеют другие рычаги влияния. Если они раньше на кострах нас жгли и четвертовали, и казнили, и испанские сапоги одевали, инквизиция творила безумие, то сейчас у них другие методы. Сейчас они убивают по-тихому, сейчас они убивают, ну, это убийцы прирожденные, это убийцы, которых в генетике заложено это. Вы понимаете, когда-то мне один сказал, что, ну, я не отвечаю за то, что происходило. Я говорю, да нет, ты будешь отвечать за то, что происходило на протяжении 2000 лет. Ты же себя назвал, как это ты не отвечаешь? Будешь отвечать. Даже не мечтай об этом. Потому что у вас в генах убивать, у вас в генах уничтожать. И потому что праздники Господни — это о чистоте. Рош ха-Шана — это о том, что вы, почему они так противятся. Да потому что это о чистоте, это о святости, это о единстве. Если мы, подходя к Рош ха-Шана, у нас был месяц, мы очищались, освящались, мы старались делать добро, мы молились и взывали к Господу, и молили Его, чтобы Он осветил нас, потому что мы понимаем, что наше освящение напрямую влияет на эту землю, на этот мир. Мы смиряли свои души, мы искали Бога в тишине, уединении где-то. Мы не бегали по этим конференциям, не гуцекали с эгоистическими намерениями прославить себя любимого, не дурили людям голову. То это месяц Элуль, мы готовились к Богу для того, чтобы в эти дни, в Рош ха-Шана, предстать перед Ним чистыми, с чистой совестью, с чистыми помыслами, с чистым сердцем, потому что Бог сегодня оценивает все свое творение, и Он, ну, не сегодня, а в этой Рош ха-Шана, и Он еще называется один длинный день, праздники, ну, два дня будут праздники, но называются не один длинный день. Я объясню попозже, ну, может, не сегодня, почему так, но это не столь важно, друзья. Один длинный день, два дня праздника начинается в воскресенье вечером. И вот в это время Бог будет выносить приговор всему миру, всему живому. Всевышний будет выносить всему живому приговор. Понимаете? И от того, что какое решение Бог примет, от того зависит, как и будет и Украина, закончится это ли война, закончится ли эти убийства. Это насколько все серьезно,
Но религия лжи превратила это все в хихихаха, щелк, два прихлопа, три притопа. Понимаете, все мы же по благодати живем, мы уже все, нам ничего не надо, нам ничего, все, за нас уже все сделано, брехня, если так, почему войны, почему гибнут дети, почему гибнут женщины невинные, почему этот мир просто уже умирает, почему с природой такое творится, посмотрите, что творится. Ведь же благодать же изливается, судя по вашему количеству и по вашему числу, благодать льется рекой на эту землю. Почему же такое происходит? В христианской стране. Почему одна христианская страна убивает других христиане? Почему? Объясните мне. Напишите. Вы же все умные теологи. Вот я объясню почему. Я объясняю почему. Потому что мало того, что вы просто имеете вид благочестия. Мало того, что вы силы отреклись. Но вы же и Бога отреклись. Вы гораздо хуже то есть гораздо лучше атеист, который отрицает Бога, чем тот, кто говорит, я знаю Бога, а полностью действует против Него, полностью действует на стороне тьмы, уча так других людей. Так вот, мы, освятившись в Рош-Ха-Шана, получив этот приговор жизни, да, мы переходим к страшным дням. Это дни, 10 дней, которые предшествуют Йом-Кипуру. И в эти дни мы продолжаем молиться, мы продолжаем освящаться, мы продолжаем к Богу взывать. Потому что в Йом-Кипур будет произведен страшный суд, то есть суд. Но суд уже не над человеком, суд над грехом. Грех будет уничтожен, и мы верим свято в это. Потому что, по мне, что такое 10 заповедей? Это те 10 сферот, по которым жизнь спускается на эту землю. Понимаете? Я никогда не затрагиваю эти тяжелые темы, потому что считаю, что они более для узкого круга общения. Но чуть-чуть вскользь пройдусь по этому. 10 заповедей. И когда я умирал и переживал клиническую смерть, я видел это, я видел своими глазами, как один человек, который открылся к исполнению одной заповеди, например, не укради, или почитай отца и своего, и мать, чтобы продлились дни твои, и тебе было хорошо. Я видел, как такой человек излучал из себя свет там, на небесах. Я видел, что такая душа, пусть этот свет, в силу того, что он всего лишь одну заповедь исполнял, пусть этот свет был не такой яркий, как там свет святых и праведных. Но он был, понимаете? Один человек, исполнивший одну заповедь, проводит этот свет. И люди, которые учат нарушать эти заповеди, естественно, проводят на себя тьму. И вот эти 10 сферот, вот эти 10 заповедей, по которым спускается жизнь. Ведь, по сути, праздник Рош-Ха-Шана – это не праздник сотворения мира. Это праздник сотворения человека, день рождения человека, с днем рождения вас человеки, вот так можно сказать. Но почему это и праздник мира? Потому что мир был сотворен, да, но мир как бы был, до того времени был матрицей, пока не был сотворен человек. Мир не имел жизни, человек стал тем звеном, которая связала небо, небеса и землю. Тем звеном, которое замкнуло эту цепь, связывающую небеса и землю. И потоки жизни через него хлынули на эту землю. Тогда у человека была одна заповедь: не ешь, да и дерево познания добра и зла. И исполняя ее, он мог сводить на землю огромные потоки воды живой. Сегодня для нас это 10 заповедей. 10 заповедей, по которым мы живем и которые позволяют Божьему свету сходить на эту землю. Так вот, в Йом-Кипур судится уже не человек, а судится грех, который, наши грехи. Мы получили уже добрый приговор. И теперь грехи смываются наши. И теперь мы получаем в Йом-Кипур, мы получаем прощение. И вы знаете, это прощение
способствует нашей радости, когда в Суккот мы выходим в шалаши, потому что наши отношения с Богом восстановлены, мы выходим в шалаши и с радостными песнями и весельями славим своего Творца. Вот о чем эти праздники, и мы ожидаем в нашей Сукке и Маше, и Машеха, приход Машеха, и Авраама, и всех святых, что они придут к нам в нашу Сукку, и это радость. Великая радость, ну, радость, которую нельзя ничем заменить. Вот чего пытались нас лишить, вот что хотели у нас забрать, и такие лишали. И такие множество евреев получилось переквасить, множество людей получилось заквасить в эту брехню. Но сегодня этот свет, свет Божий, он начинает по-новому гореть, по-новому разгораться, друзья. И никто уже не в силах его остановить, этот свет. В наше время, ну, возможно, будут какие-то еще потрясения, но в наше время от этого информационного прорыва, я думаю, что сделать это уже будет невозможно. Вопрос только в одном. Чем больше, чем быстрее люди это поймут, чем быстрее люди увидят тот обман, и чем быстрее люди отвратятся от этого обмана, тем быстрее придет Машиах, тем быстрее все это прекратится. Потому что и тем быстрее мы будем по-настоящему едины. Ну, не на словах, на вот этих, знаете, как многие сейчас говорят, едины. Ну, не едины же, ну, не едины. Если бы были едины, если бы мы вот действительно вот эти три дня, то есть три праздника объединили в своей жизни воедино, конечно, мы бы стали едиными. Если бы мы, освятившись, очистившись, получили прощение в грехах, все, тогда это настоящее единство. Потому что заставляет человека грешить? Конечно, его я, его эгоцентризм. Но если его убрать из жизни, то естественно, что будет Суккот, будет праздник единства и праздник радости, друзья. И я, пожалуй, буду заканчивать, и, пожалуй, сейчас попрошу, я вам обещал послушать, ну, что мы сегодня послушаем шафар. Сейчас попрошу Оксану, чтобы она нам заводила. По техническим причинам я сам не могу это сделать. Ну, есть на то причины, я не буду вам объяснять. И потом я зачитаю вам второй псалом, второй Тегелим, там об этом празднике, он в канун читается Рош ха-Шана. И мы с вами, о, Ксюха, вот так направ шафар на меня, чтобы благословение на меня было. Получится, не переживаем. Слышащий голос шафара. Блажен народ, слушающий голос шафара. Друзья, вы блаженны, то есть вы самый счастливый народ, потому что вы имеете возможность, и все мы имеем возможность сегодня слушать голос шафара. Слава Богу! И большое, большое спасибо Богу за эту чудесную возможность. Так, зачитываю два Тиелим. Молимся Шма и будем заканчивать. Для чего сошлись народы и племена, замыслили пустое? Восстали земные цари и правители, объединились в заговор против Господа и его помазанника. Разорвем их путы и сбросим с себя их узы. Сидящим в небесах позабавится, Господь посмеется над ними. Тогда он заговорит с ними в ярости и своим гневом посеет панику среди них. Я поставил своего царя над Сионом, своей святой горой. Обязан я возвестить, что сказал мне Господь. Ты мой сын, сегодня я родил тебя. Проси у меня, я дам тебе народы в наследие и в твое наследие землю, от края до края. Сокрушишь их железным жезлом, как глиняный сосуд, разобьешь их. А теперь уразумейте, цари, подчинитесь земные судьи, служите Господу в страхе и радуйтесь в трепете. Вот эти слова напрямую относятся к нашему сегодняшнему празднику, ну, празднику, который грядет. Служите Господу в страхе и радуйтесь в трепете.
Поспешите очиститься, как бы он не разгневался, и вы не лишились бы пути спасения. Ведь еще немного, и возгорится его гнев. Все уповающие на него счастливы». Слава Богу, аллилуйя, слава Богу за все. Друзья, молимся молитвой «Шма». «Шма Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад, Барух Шем Кивот, Малхута Леала Ваэль». «Шма Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад, Барух Шем Кивот, Малхута Леала Ваэль». Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь один есть, и благословенное славное имя Царствует Его во веки веков. Амен, амен, амен. Друзья, благословляю вас всех с наступающим еще раз. Я думаю, что еще увидимся до Рош-Ашана. Еще на Рош-Ашана обязательно послушаем, мы запишем голос Шафара, оденем, возможно, праздничные одежды. У меня есть талис такой, праздничный. В общем, порадуемся и будем уповать на Господа. Только в Нем Он наше спасение. Вспомните, из тесноты своей я воззвал к Господу, голос мой дошел до Него. И вспоминайте о тех последствиях, которые были, когда из тесноты Давид воззвал к Господу, и голос дошел до Него. Что начало происходить, какие процессы. Все так перевернулось, как будто в один день, все в одну минуту перевернулось. Так может быть и в нашем случае. Уповаем на Господа, искренне служим Ему, искренне взываем к Нему, искренне обращаемся к Нему. Удаляем в своей жизни всякое лицемерное, вот это, всякое вот эти маски снимаем, и все тогда будет хорошо и в нас, в нашей жизни, и в жизни целой страны. Аминь, 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 друзья. До новых встреч на канале. Друзья, от вас же ждем, не забываем лайки, не забываем репосты. И я прошу также репостить это видео, видео, чтобы послушали, побольше посмотрело. Тех людей, которые мне хочется, чтобы слышали это, те, которые обманут людей. Не те, которые обманутые, тоже хочется, но те, которые обманут. Да коли вы будете вот это ради своих интересов обманывать людей. Хорошо, и ваши комментарии жду. До новых встреч, друзья. Шалом, шалом.